Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO. Это будет проект Helios Coin. В данном видео будут такие вводные общие данные о данном проекте, ну а в следующем видеоролике я уже расскажу о преимуществах инвестиций в Helios Coin. Так вот, начну с того, что это, в общем-то, проект, который собрал уже почти 200 тысяч долларов. Сумма, скажем так, далеко не самая маленькая. Ну, естественно, что это не останавливаться, конечно же, не планируют, поскольку они, естественно, что продолжают, собственно говоря, ICO. Ну и давайте расскажу об этом проекте чуть подробнее, поскольку это страничка на английском языке, я решил зайти в Google переводчик, ну и рассказать про, собственно говоря, основные моменты данного проекта именно с помощью как раз таки переводчика, чтобы было более ясно и понятно. Здесь сразу скажу, что перевод, конечно же, не оптимальный, но тем не менее, я думаю, что мы все-таки сможем разобраться в сути проекта. Так вот, в чем же суть Helios Coin? В том, что это автоматический, по сути, майнинг, то есть автомайнинг, который, безусловно, нам всем очень хороший, очень нужен. То есть тут, да, перевод, как видите, не оптимальный, то есть это переводится как кластер, но мы с вами знаем, что это на самом деле означает. Ну что ж, теперь поговорим, собственно говоря, про будущее майнинга. Мы, конечно же, все с вами любим, когда у нас действуют автономные замкнутые самоконтурные системы, которые требуют минимального обслуживания. Это очевидно. И при этом, естественно, что возникает вопрос, как собрать все эти решения в области криптовалюты. Как не беспокоиться, допустим, о стоимости и бесконечности, в общем-то, трат электричества. Потому что сейчас мы знаем, что электричество тратится просто очень сильно, и, естественно, что это, скажем так, непрактично. Так вот, данный проект нашел решение, то есть они объединяют солнечные батареи, систему хранения электроэнергии, погрузочное охлаждение и саморазвитие, и при этом еще систему самообучения, и при этом, соответственно, получается, что по сути происходит такой логический майнинг на автопилоте, что, безусловно, очень хорошо, и это, опять-таки, еще раз повторюсь, то, чего ранее не было на рынке. Ну что ж, преимущества данного проекта разберу чуть позже, давайте отдельно про них поговорим в общем-то, в следующем видеоролике. Здесь же видно калькулятор рентабельности, то есть видно, сколько вы можете заработать, допустим, инвестируя 1000 долларов, то есть, допустим, за год 1610, за 2 года 2250 долларов, примерно за 3 года больше 3000 долларов, за 4 года 4442 доллара, да, ну и за 5 лет это больше 6200 долларов. То есть это, понятное дело, что примерная, соответственно, модель, здесь еще и она указана при стратегии реинвестирования в размере 25%, но очевидно, что, в общем-то, реинвестирование, если вы работаете в долгосрок, можно сказать, то, безусловно, это одна из самых выгодных стратегий. Ну и также есть, конечно же, много преимуществ, но мы про них поговорим, опять же таки, чуть дальше. Пока хочу рассказать про то, что же нас ждет дальше, так вот, и что было, да, естественно, тоже мы поговорим. Так вот, что было, начнем с этого, да, это логично. Была, конечно же, предпродажа токенов, то есть они собрали уже, как я говорил, 190 тысяч долларов, вот, и, соответственно, также, что они сделали еще, это они, собственно, устанавливали асики, и начинают они, соответственно, майнинг. Далее, что будет дальше, то есть мы сейчас находимся как раз в июне 2018 года, когда происходит начало ICO, увеличение кластеров и интеркаляция цепочки. Далее будет конец ICO. Вот, и, соответственно, уже будет прикладная мощность 10 мегаватт солнечных систем вне сети. Далее, в ноябре нынешнего года, будет уже увеличение мощности. То есть, собственно говоря, начало уже будет майнинга. Далее, в декабре, будет у нас распределение кластеров. То есть, будут, в общем-то, установлены кластеры по всему миру. Ну и далее, что нас ждет, тоже, безусловно, очень важное нововведение. То, без чего сейчас, по сути, ни один проект не может обходиться, это приложение под iOS и под Android. Ну, почему так? Потому что сейчас все у нас переходит на мобильный интернет, и в том числе криптовалюты тоже. Очевидно, что сейчас без мобильного интернета, без мобильных приложений, по сути, не может полноценно функционировать ни один проект. Поэтому данное, в общем-то, решение, я считаю, конечно же, безусловно, очень правильным. Также есть информация, естественно, про команду данного проекта. Вот, и, соответственно, здесь видно, что команда собрана из разных городов и стран. Также вот есть ссылки на их профили Facebook, LinkedIn. Тоже можете, допустим, с ними лично еще и пообщаться и задать все интересующие вопросы по тому или иному поводу. Также есть, конечно же, информация в различных соцсетях, есть номер телефона, можно написать им письмо, то, собственно, присутствуют различные формы связи с ними, и поэтому, соответственно, вы можете так вот узнать лучше уже про данный проект.
Ну что ж, это такие были общие сведения про проект Helios Coin, а также в будущем видео я хочу еще рассказать про преимущества конкретные данного проекта, но об этом опять-таки по порядку поговорим уже в следующем видеоролике. Ну что ж, тогда спасибо, что посмотрели данный обзор, если вас заинтересовал проект Helios Coin, заходите на него, и всем пока и до встречи в новом видео.